Необычную выставку собрал Государственный художественный музей Югры. Авторами экспозиции стали посетители музея. Это участники проекта «13 критиков». В течение года люди самых разных профессий и социальных групп, старшеклассники, представители элегантного возраста, экономисты, журналисты, искусствоведы выбирали наиболее интересные для них произведения. В результате сложилась экспозиция примерно из сотни арт-объектов. Подробнее в нашем сюжете. Лето Александра Григоряна занимает особое место в экспозиции. На картине изображен художник со своей женой. Большинство критиков считают, что полотно излучает оптимизм. Однако каждый сможет найти здесь себе картину по настроению. Получилось несколько блоков. Один блок такой условно-лирический. Нежные портреты, пейзажи. Другой блок социально-политическим таким вот подтекстом. И третий блок современное искусство, которое, конечно же, очень отличается от всего остального. Отличается от остальных и эта картина. Большой шар символизирует информационное поле, в котором каждый день находится человек. И выпутаться из его объятий трудно. Это отлично понимает журналист Константин Максимов. В этой работе он видит особенный смысл и образы. И любовь к современному искусству привела его в проект «13 критиков». Почему выбрал? Ну, потому что художник-то не просто так нарисовал. Видите, как там сложно. Много фигурок. Мне вообще показалась иллюстрация из моего любимого фильма «Кин-дза-дза» загадочная, монументальная. В этом и была цель проекта – дать возможность почувствовать себя сопричастным к искусству. Получился некий диалог между музеем и непрофессионалами в художественной сфере. Каждый критик объяснял свой выбор, что очень важно для музея. Так, в ходе проекта югрчане познакомились с картинами советского периода и работами современных художников. Такой проект реализуется впервые в России. Я бы сказала, что художественные музеи, в принципе, редко идут на такие риски, когда не просто кураторы, не просто искусствоведы, специалисты выбирают работы, а мы фактически даем это на откуп нашим жителям. У каждого есть возможность самому оценить некогда выбор критиков проекта. Выставка продлится до 26 мая в Государственном художественном музее в Ханты-Мансийске. Милана Гусейнова, Виктор Сивков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.